Телефон у меня DDF2. Через год эксплуатации стал замечать сверкание внутренностей в вырезе силиконового чехла под кнопку включения. Для информации, она же совмещена с сенсором отпечатков пальцев. Видите, как некрасиво смотрится, все внутренности наружу. Снял чехол и увидел, что банально отходит задняя крышка. Она в этом телефоне приклеена на двусторонний скотч. Видите, как ее вспучило? И двусторонний скотч не выдерживает это давление. Итак, аккумулятор заказан в Китае. Пришел. Приступим к замене. Итак, друзья мои, вскрытие будем производить с применением только того, что есть дома. Взял элемент фен, включил, прогрел его. Его банально можно просто рукой проверить температуру. И потихоньку грею заднюю крышку. Процедура не быстрая. Не стремитесь сразу очень сильно нагреть в какой-то одной точке. Потихоньку водите по всей задней крышечке и равномерно прогревайте. Возьмите что-то типа такого упругого стекла, тонкого, или банковской карточки. И уже с ее помощью пытайтесь отклеить заднюю крышку. Только осторожно. После вскрытия сразу стало понятно, что аккумулятор раздулся. Было принято решение заказать аккумулятор новый в Китае, подождать. Так обойдется дешевле. Аккумулятор был заказан, и сейчас я покажу вам его установку. Так, еще раз повторюсь, что моя методика рассчитана на простое домашнее применение, так что никаких воздушных паяльников, термофенов не будет. Обычный фен, одолженный во временное пользование у супруги. Начинаем. На минимальную скорость ставим. Стараемся прогревать равномерно, не в одном месте. Вот. Видите, как быстро отклеился. Банковская карточка халва в этом деле незаменима. Все, крышка снята. Так, сейчас покажу, как вздулся телефон. Точнее, вздулся аккумулятор. Смотрите. Вот с какого ракурса лучше видно? Вот так вот хорошо видно. Вот. Вот видите, подушка какая. Само собой, он выдавливает крышку заднюю, которая не на винтах, а на скотче. Используем набор, присланный к нам продавцом аккумулятора. Сразу скажу, что я заказывал два аккумулятора. У нас в
семье два телефона таких. Но, к сожалению, продавец прислал один единственный набор для разборки телефона. Это очень неудобно. Я начал спор, но мне не удовлетворили спор. Так, для того, чтобы снять аккумулятор, он приклеен здесь вот двумя полосками скотча, необходимо снять вот эту вот декоративную крышку, которая закрывает материнскую плату. Вот она, вот эта крышечка. Она крепится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот 11-й винт. 11 винтов. О, подушка хорошая. Берем крестовую отвертку из присланного нам набора и аккуратно откручиваем винтики. Пока я кручу, немножко расскажу о телефоне. Телефон по характеристикам очень крутой. 6 оперативки, 128 памяти. То есть никаких дополнительных здесь флешек не надо. Замучаешься заполнять. Я за год даже половину памяти не израсходовал, хотя снимаю очень много. Но есть одна гадость. При выключении или при перезагрузке отключается микрофон. Можете поискать в интернете, не я один эту проблему заметил. Это массовая проблема для телефона Umidigi F2. Продавец ничего не отвечает на эту проблему. Я с самого начала начал задавать ему эти вопросы. Так что вот такой вот глюк. Устраняется это многочисленной перезагрузкой. Раз 10 перезагрузишься, и тебя оппоненты начинают слышать. Ну, скажу вам способ проверки, правильно ли запустился телефон, чтобы не отвлекать своих оппонентов. Для этого я включаю какой-нибудь мессенджер, открываю «Создать сообщение» и начинаю вводить сообщение с помощью голосового набора. Если вводится сообщение, то значит запустился нормально телефон. Если не вводится, то перезапускаю еще раз. Все, все винтики от... А, вот еще винтик один под пломбочкой. Сейчас мы пломбочку снимем аккуратно. Аккуратно не получилось. Для того, чтобы страгивать первый раз винты, советую вам сильно нажать вниз и другой рукой резко хотя бы градусов на 30 провернуть отвертку. Дальше откручивается винт легко. Потому что заводские установки винтов достаточно тугие. Их там вряд ли закручивают руками. Скорее всего, какие-то роботы с определенным усилием закручивают. Так. Все. Крышечка отсоединена. Теперь пробуем ее снять. Так, аккуратненько. Вот она отходит уже. Лопаточка. Вот. Все. Очень легко снимается. Она не приклеена. Все. Вот. Видите?
все. Так, только одна беда здесь. Шлейфик идет. Идет маленький шлейфик. На крышечке ответная часть разъема. Вот показываю вам. Ее трогать лучше не надо, в сторону отложите все. Так, господа, значит, вот этот аккумулятор подключен. Вот его разъем. Вот идет кабель, аккумуляторный шлейф. Его отстегиваем. Вот. Все, аккумулятор отключен. Теперь начинаем элегантно снимать аккумулятор, отклеивать. Так. Вот здесь есть такие две ручки. За них тянем аккуратно. Вот. Вот они, ручки. Сейчас я покажу. Вот, к аккумулятору сбоку приклеены. Вот они. Вот. Их вот так вот тянем. И наш аккумулятор потихоньку отклеивается. Вот. Все, очень легко снимается аккумулятор. Вот наша подушечка. Смотрим на нее. Смотрите, вот она теперь видна. Вот какая подушечка мягкая. В принципе, говорят, можно прохолоть, выпустить воздух, заклеить скотчем и дальше использовать. Но раз уж я купил новый, то не буду. Так, рекомендую эту пленку, с помощью которой мы вытаскивали аккумулятор, уложить на место. Вот, смотрите, здесь и здесь двусторонние скотчи наклеены. Вот, уложили на место. Теперь берем новый аккумулятор. Название продавца я закрываю, потому что, так скажем, не очень остался доволен сервисом магазина. Прислали два аккумулятора мне и брату. И один набор отверточек. Сэкономили немножко, ребята. Так. Ну, смотрю, сервис заточен под нас, потому что на русском языке гарантия. Сейчас посмотрим, что написано. 6-месячная гарантия на аккумулятор, но нет гарантии, если снять логотип. Ну, логотип я снимать не собираюсь. Так, кладем аккумулятор на место. Вот так вот разводим пленочку до упора влево. Вот как я держу. И укладываем на место. Все, он лег хорошо. Заклеиваем скотч. Заклеиваем скотч. И теперь надо посмотреть, совпадает ли длина этого кабеля со штатным кабелем. Смотрим. Видите? Здесь длина не совпадает. То есть это какая-то подделка. Я обратился к продавцу с просьбой объяснить мне эту ситуацию. Но он мне ответил: сложи кабель, и все будет нормально. Но в штатном аккумуляторе, вот я накладываю штатный,
Вот, видите? Вот, одинаково выставил их. Видите, насколько отличается позиция? Очень тяжело на эти 5 мм сложить кабель. Вы представляете, на 5 мм будут два загиба. Это очень плохо. То есть аккумулятор это, господа, подделка. Тем более, как продавец советует сложить кабель, если он приклеен к самой батарее. Вот, видите, вот. Очень сложно на таком расстоянии его сложить. Сейчас я попытаюсь попасть разъемом в разъем. И потом вам покажу, что получилось. Вот, друзья, что получилось. Вот я попал в разъем. Теперь смотрим. Видите, какой горбыль. Сейчас я бумажку поднесу. Вот, видите, какая петля получается. Это, в принципе, не очень хорошо. Я загнул вот так кабель. Вот в этом месте. Вот загиб. Но загибался он очень жестко. Не знаю, как скажется на работе телефона. Так, все, теперь приступим к сбору в обратной последовательности. Самое главное здесь попасть в разъем нам. Вспышечный. И потихоньку закручиваем винтики назад. Пока я кручу, давайте расскажу, как я попался на этот телефон. До этого у меня был Umidigi C2, русская S. Телефон с четырьмя оперативки, 64 памяти. Мне он очень понравился. Проблем не было никаких. Дважды я разбивал экран, дважды покупал его на AliExpress. Собирал и снова использовал. Очень удобный телефон. Он был 5-дюймовый. Очень удобно лежал в руке. И, соответственно, из-за этого я решил купить себе новый телефон, тоже Umidigi. Но вот эта проблема с аккумулятором оказалась практически... То есть не с аккумулятором, а с микрофоном. Оказалась практически нерешаемая. Весь интернет пестрит проблемой этой. Но нормального решения никто не подсказывает. Пишут что-то про прошивку, про... то, что надо ее менять. Но для обычного обывателя замена прошивки – это, так скажем, лишние приключения, лишние деньги, если не умеешь это делать сам. Так что перепрошивать я ничего не стал. Ну и те, кто перепрошил, тоже пишут, что проблема окончательно не уходит. Ну, телефон... достаточно крутой, очень много всяких приблуд. Хорошая камера, классные эффекты. В общем, нравится мне он. Но как только перезагрузишь, начинается беда.
Я сейчас не буду собирать его до конца, устанавливать крышку заднюю, а включу и посмотрим, в каком виде он включится. И включится ли с первого раза с рабочим микрофоном. Заодно покажу, как это проверять. Все готово. Вот аккумулятор установлен у нас. Все собрано. И так, чтобы скотч не приклеился к столу, кладем телефончик вот так вот с наклончиком некоторым. Приблизим немножко. И включаю. Напоминаю, сейчас мы проверим, нормально ли запустится телефон, с рабочим ли микрофоном он включится. Потому что иногда приходится по 5 раз перезапускать, чтобы начал работать микрофон. Чтобы не отнимать ваше время, загрузку промотаю в ускоренном темпе. Просто ускорю это видео. Так, ну, идем в WhatsApp. Идем к любому пользователю. И пытаемся голосовым набором набрать что-то. Вот набираем, тут вот нажимаем черный микрофончик. Ждем, пока загорится «Говорите». Видите, раз, 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 ничего не происходит. То есть микрофон сейчас не включился. Это плохо, придется перезагружать. Перезагружаем. Перезагрузка опять в ускоренном темпе. Раз, 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 раз. Все, теперь заработал, видите. Поняли? Вот теперь я говорю, он печатает. Все. Со второго раза запустился. Спасибо за внимание. Осталось приклеить только крышку заднюю. И аккуратно приклеиваем крышечку. И теперь смотрите. Вот эта трещинка осталась, но это из-за того, что когда аккумулятор выдавливал крышку, он отломал кончики. Вот эти вот, сейчас попробую показать. Вот. На рамке, на рамочке кнопки включения была такая тоненькая планочка. Вот она отломана и утеряна, к сожалению. А так все. Телефон готов к использованию. Всего доброго. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.